Друзья, доброе утро. Хотела вам сразу сказать о том, что я вчера посмотрела один блог одной украинской певицы на YouTube и поняла, что нужно нам устроить бой грязной голове на карантине. Правда, так быть не должно. Я, значит, с самого утра встала, помыла голову, решила, что нужно быть всегда красивым, свеженьким и чистеньким. На карантине не допускаем. Вот просто сразу говорю, бой грязный. А еще у нас появились новые правила на карантине в связи с возвращением телефона в жизнь Тимофея. У него появились вот такие правила. Режим дня. Значит, ну, в общем, кому интересно, я сфотографирую. Ну и вот, конечно же, чего нельзя делать. Наказание будет. Друзья, я еще забыла сказать, что в Parfum City появился новый сервис. Это доставка на дом курьером, даже не нужно выходить из дому. Вот вы заказываете, например, 2 парфюма, и третий идет в пластиковом флаконе, вот такой вот бесплатно. И уже при заказе 2 парфюмов доставка бесплатно прямо к дому, прямо к квартире, если нужно. Представляете, как круто. Ну и вот вы знаете про все остальные акции уже, я уже вам о них говорила. Если заказываете с кодом Алицкая, вы еще получаете один парфюм миниатюра в подарочек. Вот, сейчас обо всех акциях здесь напишу и ссылочку оставлю.